Так ненавижу эту старую жизнь, что хочется зубоскалить. А, ну понятно, чтобы он обосрался, да, вот у вас на глазах, или обмочился. И это тоже. Я думаю, что и до этого доживем. Товарищ Сталин-то у нас умер в свое время в луже собственной мочи, да. Брошенной своими соратниками, охранниками и даже врачами. Вот. Я бы очень желал такого же конца и Владимиру Владимировичу. Хотя думаю, что... поскольку он зациклен на своей безопасности, на том, чтобы служба у него охраны работала как часы, я думаю, что до этого он не допустит. Ну, неважно. Что-нибудь другое с ним случится. Я бы его на скамье подсудимых хотел бы увидеть. Ну, послушайте, это же возможно. Мне возмездие, я с вас дам, как говорится.